Привет, ребят! Вы на канале Рыба Кит. С вами папа, который рисует. Меня зовут Ваня. Сегодня я буду рисовать и Иву, и Вали. Почему? Потому что мне нравится. Я хочу сегодня нарисовать очень простых Иву и Вали. Ну и мои ребята посмотрят тоже. Вот смотрите, как я рисую. Сначала рисую голову Иви. Такая вот она у нее, ну такая капелька просто, да? После я рисую ей тело. Такое тело вот так идет. Я бы сказал капелька наоборот или еще какой-то вот. Здесь нарисую ей личико. Я начал с Ивы, а потом перейду на Вали. Здесь у нее перышко. Одна рука, а вторая рука сюда идет. Но я пока ее не буду рисовать, потому что я хочу нарисовать Вали тоже. Вали рисуем вот так. Вот он здесь такой квадратненький. И рисуем кубик. Рисуем кубик. Прям кубик рисуем, но до конца не рисуем, потому что вот здесь у него будет рука. И я хочу эту руку нарисовать. Вот так она идти будет. Вот такая рука. А здесь кубик доделываем. Здесь у него делится. Здесь на кубике у него управление. Нарисуем управление, такие кнопочки. Здесь Вали напишем. Вали. Так вот напишем Вали. Теперь нарисуем ему гусеницы. Гусеницы тоже. Я сегодня выбрал ракурсы для Вали и для Ивы очень простые, чтобы каждый мог повторить. Это гусеницы его. Их даже не видно, колесиков. Просто вот что спереди, они так вот выглядят. Так, рисуем гусеницы. И здесь у него рука, она так протянута сюда к Иве. Вот так я хочу сделать. Вот сюда. И вот так будет рука. Здесь рука Ивы. Вот так. А здесь рука Вали. И они соединены в одно. Обнимаются, можно сказать. Держутся за ручки. Здесь нарисуем глазки. Тоже нарисуем, когда она закрытые глазки, такая улыбается, что ли, веселится, смеется. И самое сложное для многих, и для меня тоже точно, потому что нарисовать Вали, чтобы он был похож, довольно сложно, особенно вот эти вот капельки его глаза. Но если потренироваться, то потом у вас будет получаться все лучше и лучше. Вот такой Вали. Здесь нарисуем еще кружочки. Так, здесь проводки. Ну вот, и можно еще маленькие точечки нарисовать. Вот такой Вали, вот такая Ива. Сейчас мы их раскрасим. Очень быстро, очень просто. Мы возьмем желтого. И я даже не буду сильно усложнять, чтобы каждый ребенок, который мог посмотреть это видео, мог бы повторить с легкостью. У него тоже получился бы хоть какой-то маломальский Вали клевый. Вали желтый. После этого он серый. Возьмем серый. Я рисую масляной пастелью. Самой обычной, которую я купил в магазине. Ничего особенного. Советую вам купить тоже такие масляные пастели. И если вы родитель, то обязательно купите. А если вы ребенок, то попросите у родителей купить какую-нибудь недорогую пастель. Масляную. Потому что если вы купите сухую пастель, то ребенку сложно ей рисовать. Она быстро ломается, крошится, не лежит сильно, не держится на бумаге. А масляная пастель, мне кажется, самое то. Смотрите, мы все нарисовали. Теперь нарисуем глаза Иви. И сереньким ее тело нарисуем. Очень легко, не надавливая, рисуем Иву. Здесь и здесь. Здесь как бы тенек. Мне хочется показать, что она немножко объемная, потому что она объемная такая. Черненьким нарисуем ее лицо. Тут ничего сложного, просто нужно очень аккуратно быть. Вот, и масляной пастелью я закончу свою мысль, что масляной пастелью очень хорошо рисовать. Рисунки получаются яркие, сочные, ребенку легко. Не надо покупать какую-то дорогую пастель, можно купить там 10 цветов. Вполне достаточно будет 10 цветов, чтобы нарисовать красивый рисунок, и не нужно много цветов. И они не стоят того, потому что они быстрее засохнут и испортятся, чем ребенок всех изрисует. Вот такая у нас получилась картинка. Тень. Вали Ива, Вали Ива. Это любимые герои на сегодня моих детей. Трехлетних, которые просто балдеют сегодня от них.
радуются и даже посматривают несколько раз на день этот мультик. Ну, не весь, а частями, потому что весь им трудно смотреть. А частями им вполне приятно посмотреть. Немножко добавлю оранжевого, чтобы показать, что Валли заржавел. Ну и потеплее немножко. Ребят, спасибо, что смотрели. У нас получился Валли, Ива, дружба и любовь. То, что я хочу вам сказать, что, собственно, любите рисовать, показывайте свои рисунки другим людям, радуйте их и себя. И до новых встреч. Пока-пока.